Привет, друзья! Рад вас видеть на моем развлекательном канале Zomblade Show. А это очередная серия по прохождению игры Dying Light 2. Спасибо, что заглянул ко мне на видео. Подписывайся на канал, если ты еще этого не сделал. Ставь лайк, если тебе понравилось видео. Ну а мы начинаем! Что? Я не отдал телебашню Фрэнку. Да, я знаю. Ты должен найти сестру, верно? Что сделано, то сделано. Давай просто вернем мои кроссовки. Верно. Все по порядку. Вернем? Их что, украли? Луан, если ты знаешь, где твои вещи, почему не забрала их раньше? Луан? А в ответ тишина. Странная женщина, никогда не отвечает на вопросы, поставленные ей. Ну вот, а мы продолжаем наше прохождение. Напомню, что в прошлой серии мы пробрались вот на эту телебашню и захватили ее. Кстати, пока мы пробирались, нам говорили, что там есть контейнер ВГМ с ингибиторами, но сюжет нам не позволил этого проверить. Нас автоматически скинули сюда по сюжетке. И даже не знаю, как нам теперь туда попасть. Видимо, чтобы достать эти ингибиторы, придется заново проходить весь этот путь. Ну а сейчас у нас есть приоритетное задание. Кажется, называется «Кроссовки для Луан». Она пожаловалась, что стерла всю обувь, пока добиралась до нас. Ну и пойдем сходим по сюжетной линии, посмотрим, что за кроссовки она там захотела себе приобрести. Так, 10 метров. Нас ветер уносит. Как интересно. Луан, ты где? Нельзя предупредить заранее. Контейнер с ингибиторами. Да ладно. И тут тоже он. Обнаружен контейнер с ингибиторами. Вот, 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 все, мы правильно прилетели. Как хорошо. Я чуть-чуть мимо не пролетел. Доступно улучшение. Это отлично просто. Как я говорил в прошлый раз, мы прокачаем уровень здоровья. Давай. Вот, теперь здоровье у нас на 320. Сопротивляемость выросла на 9,23. Отлично. Тише, Эйден. Что ты меня пугаешь так постоянно? Правильно, каким наркоманом тут можно стать, принимая постоянно все эти ингибиторы? И немножко меня напрягает тот баг, что когда перезаходишь в игру, наш арбалет постоянно разряжен становится. Его нужно каждый раз заряжать. Не знаю, в следующем обновлении пофиксят этот баг или нет. Так, вот еще, кстати, мы электронику не достали. Она нам очень нужна. Для прокачки параплана. Отлично, отлично. Все хорошо. В этом ящике что-нибудь есть? Видимо, в нем ничего нету. Что мы имеем? 60 метров до задания. Опа-на, опа-на. Тише. Контейнер с ингибиторами. Контейнер с ингибиторами. Фу. Блин. Провалился через текстуры. Я думал, там можно было наступить. И где-то я тут пролетал. Еще один контейнер. Так, так, указатель. Куда он указывает? Непонятно. Где контейнер? А, вот. Где-то внизу в этом здании. Этажом ниже. Так, ясно. Луан, ты где? Привет. Сколько можно убегать? Видишь то место? Вижу. Квартира 216. Найди большую красную коробку с золотой отделкой. Я там хранила обувь. Ты не пойдешь со мной? Из-за тебя я лишилась кроссовок. С тебя новые. Зайди внутрь, забери обувь и уходи. И ничего больше не трогай. Ясно? Не совсем. Почему ты не идешь со мной? Эй. Луан, как-то все подозрительно. Что происходит? Просто забери их, ладно?
Ты залез на ебаную телебашню. Заберешься и в квартиру. Зависит от того, что там. Ой, ладно, я схожу. А, ладно, трусиха. Да, я немножко понять не могу. Она за нами даже на телебашню залезла, а в свою квартиру... Чего ты ждешь? Может, тебе там задницу надрать? Ну ты какая дерзкая, а, Луан? Иди уже, Эйден. Ты мой должник, помнишь? Да помню, помню, не отказываюсь я ни от чего. Что ты наезжаешь на меня? Сама боится сходить в свою квартиру. На телебашню, главное, пробралась без проблем за нами. Так. Куда нам? Раз. Указатель пропал. А где ингибиторы? Так, надеюсь, тут сюрпризы нас не ожидают никакие. Ингибиторы далеко от нас. Взлом легко. Обнаружен контейнер с ингибиторами. Я тебя понял. Ну что такое, Эйден? Я внутри. Ничего не трогай. Только принеси эту обувь. Что же тебя так напугало? Главное, посылает нас в свою квартиру и предупреждает ничего не трогать. Значит, что-то мы здесь обязательно должны найти, да? По всей логике так. Отлично. Мне интересно, почему она сама не могла сюда пойти? Ковер. Рассмотреть ковер, а зачем? Уютненько. В смысле? С ковром на стене? Это 80-е года, Эйден. Пусто. Луан, ты даже не запаслась никакими продуктами? На случай конец света. Мужские ботинки? Что тебя удивило? Она взрослая девочка. Это что? Класс. Интересно, работает? Батарейки вставь, и, возможно, заработает. Наш сборник? Не ожидал такого от Луана. Интересно, а что ты от нее ожидал? Искусный коллекционный предмет. Кассета с подборкой Луана. Что такое там? Что мы нашли? Где он? Вот. Немножко расслабились. Ты выглядишь счастливой. Что это за человек? Нам незнакомый. Задача обновлена. Расчистите проход в секретную комнату. Это секретная комната? Уютное гнездышко. Зачем было перебираться в закусочную? Кто был тот парень, что жил здесь с тобой? Давай, наверное, вот это спросим. Ты жила тут не одна. Он живет здесь? Никто там не живет. Найди чертову обувь и не задавай тупые вопросы. Зачем было перебираться в закусочную? Чего променяло его на логово в рыбьем глазе? Потому что логово — мой дом. Я все нужное с собой взяла.
кроме обуви. Но это что-то ты совершила ошибку. Непростительную. Обувь оставила. И мне интересно, Луан, как ты затащила сюда контейнер? Меня, конечно, это очень радует, что мы так легко раздобыли с ингибитором. 3 ингибитора сразу. Да ладно, блин. Луан, извини, был неправ, сказал, что ты незапасливая. Так, что мы прокачаем теперь? Теперь мы прокачаем уровень выносливости. Хочу как можно больше выносливости. 380 теперь у нас есть. О, очередная доза. Вот поэтому мы и звереем с каждым разом. Все чаще и чаще. Ингибиторы из нас какого-то наркомана делают. Так, что мы тут можем... О! Много что можно тут исследовать. Кроссовок нету. Но все ящики у нее пустые. Так. Скрепка, редкий лук. Интересно, лучше нашего? Потом посмотрим. Исследовать. Что драный матрас можно... Мы проводили здесь вместе уйму времени. Ну, а как ты думал? Повторюсь, она же взрослая девочка. Урожай 2025 года. Это ж целое состояние. Ну, забирай. Взять нельзя? Блин, эй, Дан, возьми, это ж целое состояние. Этому круассану толкнем его. И что у нас тут? Ну, видимо, сами кроссовки. Красивая коробочка. Луан, нашел твою обувь. Круто. Теперь вали оттуда. Хорошо, хорошо. О, жаль уходить. Милое гнездышко с вином, видом на город и музыкой. Такую, Луан, я даже представить не мог. Знаешь что, не могу винить парнишку за то, что эта Луан ему нравилась. Да пошел ты. Эй, я не... Луан, стой! Что? Хакон? Ах ты, ублюдок. Ага, вот оно в чем дело. Любовь не кукла жалкая в руках у времени стирающего розы. Любовные стихи. Черт, Луан! Ну а собственно, что тебя удивляет, Эйден? Конечно, меня удивляет тоже, что это оказался Хакон. Ну а? Что, все бывает в жизни. Не просто так же она решила убить его. А гнездышко, правда, уютное. Я бы тут пожил. Чем этот рыбий глаз. Так, куда нам выдвигаться? Все, мы все проверили. Здесь больше разжиться нечем. Так, вот есть. Металлолом обычно в этих местах нам встречается. Больше ничего дельного там не попадается. Так, 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 так. Как мы сюда спускались-то? Интересно, а крюк-кошка нам чем-то поможет? Не помогает. Подтягиваться на нем нельзя. Только перепрыгивать. Давай, Эйден, полезно. А раньше, вот я, насколько знаю, крюк-кошка работал совершенно по-другому. Можно было и подтягиваться по нему. Ты где? Смоталась уже. Блин, ну что за человек? Луан, ты здесь? Слушай, я не хотел тебя обидеть. Давай на мою крышу. Отправляйся туда и жди меня. Можешь отдать мне обувь, а затем валить нахер. Так и знал, что ты пойдешь на эту крышу. Вот они, женщины. Главное, принеси ей, что нужно, а потом вали нахрен. На ее крышу. Задача у нас обновлена. Встретиться с Луан на ее крыше. Далеко? Да, мы туда можем не долететь. Ну ладно, посмотрим. Давай, давай, давай. Нет, этот ветряк нам не помог. Эйден, что ты сделал, блин? Так, нормально, нормально. Приземлились.
Хотя у меня в планах этого не было. Так, у тебя, видимо, есть побочное задание. Нет, побочное Люди задание. Рейнера получили огромный заказ на лампы от Мэтта. Дайте мне внутрь пройти. Что у тебя есть? Что мы можем улучшить? Коктейль Молотова можем улучшить. Нужно ли нам это? Нет, пока нам это не нужно. Есть более важные вещи. Пусто. Генератор. Еще одно побочное задание. Так, побочные задания нам не интересны. Мы сейчас идем приоритетно по сюжетке. И, видимо, вот на эту крышу здания. Но мы туда не долетим. Давай, давай, Эйден. Подожди, может быть, вот эти ветряки нам помогут? Давай, тяни, тяни, тяни. Тяни еще. Еще. Давай. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Не долетели все-таки. Ну, надеюсь, вот по этим штукам мы сможем туда подняться. Парасите, Эйден. Так. Здравствуйте. Ой, не хочется мне с вами со всеми бодаться, но, видимо, проход где-то через вас. Просыпаемся, молодые люди. Все. Тише. Отдыхай. Залутать мы что-нибудь можем здесь? Да, можем. Иди отдохни. Что ты заблудился? Все. Немножко раскидали. Соберем лут, который нам необходим. Этих я даже жмуриков шмонать не буду, без толку все равно. Спи. Спи, моя радость, усни. А в доме погасли огни. Что у вас так тут много? Иди отсюда. Полетай. Упал. Это он только закричал. Куда нам идти? Можно точнее указатель? Кровь по стенам, брызги. Кто? Тебя что пьет? Иди отсюда. Так, что нам тут еще дают? Консервные банки. Это, конечно, нам все необходимо. Книжка какая-то. Старая инструкция, уникальные старые вещи. Для чего она нужна? Продать только, наверное. Почему в мусорках постоянно находится металлолом? Интересно. Меньше всего, что бы я ожидал в мусорке, так это металлолом. Луан! Как мне к тебе пробираться? Не допрыгиваешь, да? А здесь? Здесь, интересно, допрыгнем, нет? Нормально, допрыгнули. Отлично. Так. А может, мы допрыгнем сюда? Нет.
Мы сюда не допрыгнем. А вот сюда допрыгнем. Ладно, я иду уже. Ты где? Да ладно, блин, не на этой крыше. Не могла меня подождать там. Обязательно нужно убежать. Где-то сесть. Так. Давай, давай, долетим. Долетим, долетим, долетим. Уху-ху-ху-ху, чуть-чуть не упали. Это крыша Луан, да? Я так понимаю. Ее уютное гнездышко, в котором она теперь живет. Подождите, Луан. Мы еще должны подождать. Давай обследуем, есть ли тут что-нибудь. Может быть, тут заначки какие есть? Так, туда я спускаться точно пока не буду. Угу, вот есть подъем с самого низу. Правда, я не пойму пока, где мы находимся. У вас есть неиспользованные очки навыков. Кстати, да. Очки паркура. Ну, давай мы, наверное, выберем с тобой вот этот вот прыжок через врагов. Думаю, он более нам будет полезен. Все, хорошо, мы прокачались. Где мы находимся по карте? Запомнить это место. Угу. Вот, даунтаун. Хорошо. Так, ну все, хорошо, мы прокачали свои навыки. Теперь нам нужно подождать Луан. В ее уютном гнездышке. Ну, блин, я бы не назвал, конечно, уютное это место. Та квартира мне понравилась больше. Тут, видимо, у нас Луан спит. Тайник игрока. А, теперь и мы тут спим тоже. Хорошо. Давай, подождем Луан. Музыка такая интересная. О, проспали. Она пришла, даже нас не разбудила. Да, неравнодушна она к нам. Вот, твои кроссовки. И это тоже возьми. Она не ожидала, что мы это увидим. Нет, это надо было специально показать, что она сожжет, как и ей это уже не важно. Я не знал, что вы с Хаконом были близки. А почему ты думаешь, он вверху моего списка? Да, теперь понятно. Если кто-то любит стихи, еще не значит, что он не заслуживает смерти. Вы расстались, потому что он бросил Фрэнка? Или он бросил Фрэнка, потому что вы расстались? Эйден, не нужно это сейчас анализировать. Да почему? Почему? Что давай поговорим об этом. Это была ошибка, ясно? Я была слишком наивной. Вот поэтому я и не хотела, чтобы ты там рылся. Мог бы и послушать меня. А зачем ты меня туда пускала тогда? Извини. Забудь об этом. Сама нас послала, и она не хотела, чтобы мы там что-то увидели. Оставь меня в покое. Ну да, давай, напивайся теперь. Вот, блин. Больше заняться нам, конечно, нечем. Эй, что происходит? Проявить чуткость. Брось, забудь об этом, проявить практический подход. Давай чуткость проявим. Что происходит? Ты никогда не сдаешься, да? Да. Сама знаешь. Ну а ты должен знать, что я ненавижу сопли. Рассказать о своих чувствах – это не сопли. Ладно. Хочешь, оставайся. Но не мешай мне. Я занята. Тем, что бухаешь? Нет, зануда. Тем, что смотрю на звезды. Давай вместе тогда посмотрим, что ли. Я тоже люблю смотреть на звезды. О, я вижу большую медведицу. А ты талант. Вот только это небольшая медведица. Да ладно, ты гонишь. Ну, попробовать стоило. Много созвездий знаешь? Ага. Фрэнк много мне рассказывал о ночном небе. Фрэнк! Мы строили рыбий глаз, и я забиралась по лесам на самую крышу. Фрэнк поднимался сказать мне, что слишком холодно или поздно.
Но все заканчивалось очередной историей на многие часы. А я любила слушать. Звезды такие ясные и так близко, словно их можно схватить за яйца. Так говорил Фрэнк. Мило, да? А что насчет тебя? Что насчет меня? У пилигримов разбиваются сердца. Слишком много Фрэнка в наших диалогах. По-моему, это происходит прямо сейчас. Скорее, они разбивают их другим. Никогда. Интересно, интересно. А давай позаигрываем с ней. Мы... Что ты заикаешься? Забудь. Ого, стеснительный. Похоже, твое созвездие Сигнус. Сиг... Что? Вон, смотри. Лебедь. Когда смотрю на звезды, всегда нахожу лебедя. Ты все выдумала, чтобы меня впечатлить. Может быть. А может и нет. А ты впечатлен? Ой, какая... Еще как. Спросить про Хакона, спросить про стихотворение. Давай немного поспим. Сразу к делу? Давай поболтаем, что ли? Немножко поинтересуемся, что у него на душе-то. Значит, ты познакомилась с Хаконом, когда строили Рыбий глаз? Они с Фрэнком часто общались друг с другом. Они дружили. Это очень простая история. Молодая девчонка, которой хотелось внимания. А он был рад поразвлечься. Музыка такая атмосферная. Приятно. Главное, что я усвоила урок на всю жизнь. Тебе все еще больно? Но тебе все еще не все равно. Иначе зачем ты послала меня в квартиру? Да, Эйден, не все равно. Мне важно, кто я сейчас. Вот почему я не хотела туда возвращаться. Чтобы слабая девчонка, что жила там, не вернулась. Раньше я ее ненавидела, а теперь я совсем другая. Так, остается у нас два вопроса. Давай про стихотворение спросим. А стих? Просто слова, Эйден. Но в них смысл. Любовь не кукла жалкая в руках, у времени стирающего розы. На пламенных устах и на щеках, и не страшны ей времени угрозы. Она заплакала. Просто слова. Да. Просто слова. Такая музыка атмосферная, стихи. Все располагает к тому, чтобы поспать немного. Нам надо поспать. Эйден. Если я увижу Хакона, я убью его. Вот так. Не пытайся остановить меня. Хорошо. Но месть не принесет облегчения. Это не для меня. Это для Фрэнка. Я отомщу за всех, кто погиб той ночью. Много звезд погасло навсегда. Хакон красиво говорит, но он бросает своих друзей в беде, и они умирают. Он показал свое истинное лицо. Чертов трус. Облегчение не принесет, но успокоение, думаю, она получит. Убив его, не изменишь прошлое. Мне он не показался трусом. Давай вот это, наверное. Убив его, не изменишь прошлое. Время назад не вернешь. Это правда. Но я могу остановить его часы. И сделаю это. Ладно, ладно, я не настаиваю. Спокойной ночи, Эйден. Ты пошла спать туда, а я на этом рваном диване должен отдыхать, да? Эйден, прием, где ты? Я здесь. Луан? Луан, как всегда, свалила. Рад, что ты жив. Ты чертовски здорово сработал в этом здании, а потом просто исчез. Нам нужно поговорить. Насчет той базы данных ВГМ. Я наконец-то нашел что-то конкретное. Жду тебя на корабле. Спасибо, Джек. Я приду к тебе, как только смогу. Луан? Луан, ты здесь? Да нет, и я.
Луан, ответь, слышишь? Просто скажи, что ты в норме. Сюжетное задание завершено, новые кроссовки. Найдите жену Леона. А, ну это второстепенное задание, которое у нас, видимо, осталось. А, так, все понятно, все ясно. У Луан был роман с Хаконом и плохо закончился. Теперь Луан увлечена нами, а мы, видимо, ею. Все отлично, сюжет развивается, мы продвигаемся, но мы не придвинулись ни на сантиметр к своей главной цели, это найти сестру. Ну, видимо, пока мы не выполним тут кучу заданий в этом городе, мы и так и не найдем сестру. Хорошо, дальнейшие наши действия нам понятны, а на этом мы эту серию завершим. Спасибо, что ты заглянул на мое очередное видео по прохождению этой игры. Ставь лайк, если тебе понравилось видео. Ну а я обнял, поднял, поцеловал. Всем удачи, всем пока!